Заволжским межрайонным следственным отделом регионального СК завершено расследование уголовного дела, возбужденного по оперативным материалам УФСБ России по Тверской области в отношении адвоката, обвиняемого в покушении на мошенничество в особо крупном размере. По версии следствия, в период с апреля по июль текущего года адвокат сообщил лицу, в отношении которого осуществлялось уголовное преследование, что может способствовать избежать ответственности, не имея реальной возможности и намерений в реализации обещанного. За свои услуги адвокат предложил передать ему денежные средства в сумме 5 миллионов рублей под предлогом дальнейшей передачи их иным лицам. 18 июля после получения адвокатом обозначенной суммы его противоправная деятельность была пресечена. По нашим данным, речь идет об известном тверском адвокате. Прокуратурой Пролетарского района Твери утверждено обвинительное заключение. По версии следствия, адвокат в период с апреля по июль 2023 года, находясь на территории города Твери, путем обмана своей подзащитной, которая являлась обвиняемой по уголовному делу о коммерческом подкупе, совершенном за незаконные действия в крупном размере, убедил ее в необходимости передачи денежных средств в размере 5 миллионов рублей. Деньги якобы предназначались для работников Тверского областного суда. За указанную сумму он обещал женщине через свои контакты в суде избежать уголовной ответственности за совершенное преступление. Уголовное дело будет рассмотрено в Пролетарском районном суде города Твери. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. В рамках расследования уголовного дела на имущество адвоката наложен арест. Дознанием Тверского линейного отдела МВД России на транспорте завершено расследование уголовного дела в отношении 33-летнего жителя Ржева, обвиняемого в незаконном приобретении и хранении наркотиков. В ходе предварительного расследования установлено, что обвиняемый через тайник-закладку приобрел героин. С ним мужчина проследовал на 26-й путь железнодорожной станции Ржев-Балтийский, где был задержан. В линейном подразделении у задержанного обнаружено два свертка с героином общей массой свыше 2 граммов. Возбуждено уголовное дело, расследование которого завершено и направлено в суд для рассмотрения по существу. Сотрудники регионального следственного комитета напоминают о возможностях обращения в ведомство по различным каналам связи. Граждане могут в любое время подать в Следственное управление Следственного комитета по Тверской области обращение по вопросам возбуждения и расследования уголовных дел, проведение процессуальных проверок, жалобы на действия, бездействие, процессуальные решения следователей и руководителей следственных отделов, а также по другим вопросам, которые требуют вмешательства со стороны руководства Следственного управления. Кроме того, можно уточнить информацию о ранее поданном заявлении, сообщить важную для следственных органов информацию посредством интернет-связи и оперативной телефонной линии. Только в прошлом году Следственным управлением рассмотрено более 4000 обращений жителей региона. Подобное взаимодействие позволяет Следственному управлению повысить эффективность обратной связи с населением.